В настоящее время военными исследователями Следственного комитета России производится осмотр последствий обстрела в Ленинском районе города Донецка. В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снарядов, характерные для СЗО «Хаймерс». Все они будут изъяты для направления на экспертизу в целях уточнения конкретного типа и вида снаряда. Также имеется информация об одном погибшем и не менее 4 раненых, которые госпитализировали, но оказывается необходима медицинская помощь. Чем был нанесен удар? Предположительно, СЗО «Хаймерс». Вот характерные осколки обнаружены на месте. Сань, пошли коммент писать. Cavalcade left the exact same car park, making its way across the city. This is Steve Sweeney from RT. Спасибо большое.